Всем привет, ребята, с вами Джаз. Сегодня мы продолжаем играть в Clash Royale. Вы извините за то, что как бы я открыл все сундуки без вас. Во-первых, не без вас. Я пытался записать, но приложение сказало то, что у тебя нет памяти, иди в жопу, и рут прав нету. Я установил рут права на планшет и теперь могу записывать. Сегодня я хочу набрать королевский сундук, потому что из него падает огромное количество золота, и купить принца. Но кристаллов при этом не трачу. Поэтому сразу в бой. Этот один раз в бой пытался сыграть под запись, слился. Но все равно минус 0. Отлично. Так, рыб себе лучница. Быстро задефает. Давайте мушкеточки ему дадим для помощи. Мушкетера, так кого стрелять? Вот, отлично. Что еще второй дракон полетит? Это же вообще альфа и мир. Все, минус вышки. Дальше надо копить гиганта и награть башню. Снимаем три коронки, короче. Надо именно обязательно три коронки, так как вы понимаете то, что у меня с математикой хорошо. 4 плюс 3 коронки будет сколько? Правильно, 7. Еще 3 коронки будет 10. Нам необходимо 10 как раз таки. Так что сейчас еще 2 боя на 3 коронки и шикардос. Давай, рыцарь 2, птичка, все, молодец. Рыцарь свое отделал. Так, сюда срочно дракона. И лучница, лучница, вот. Так, у дракона сплэш, поэтому он не скелет по не стрясла, но он сейчас отвлекается на башню, ему фаербол прилетает. Лучница кое-как там что-то делает. Так, бомбера. Сразу видно, человек не умеет пользоваться армией скелетов, поэтому он меня так быстро выдохнет. Давай хотя бы пару тычек сделай, пожалуйста. Раз, два. Ой, еще если третий, так вообще, ой, молодец. Честно говоря, я не считал, что он сделал тычек, но все равно красавчик. Все, остальные делают его, короче. Все, это победа. Стоянно добили. Так, серебряные три коронки, еще где-то три. Да не где-то, а точно три. Гигант и сверху дракон, вот. Но имба тактику я вам буду показывать не на этом аккаунте, а на другом. Блин, хотя что показывать? Вы наверняка знаете. А для тех, кто не знает, я покажу в следующем видео. Конечно, мы легко смешаем сейчас. Надо гопника купить. Попутно вышку. Нет, вышку мы попутно не добираем. Блин. Слушай, а он коронавый всего лишь, а уже такая прокачка, это плохо. Блин. Так, вышку мы не сносим. Ой, я какой урон наносит. Так, дракоша, дракоша, давай. Ну, я там не снес. Ой-ой-ой. Вот это вот плохо. Принц дамажит вообще на первой арене особо.
Вообще прям имба. Гига-гига надо ставить. Попутно отдефаться от его гиганта не может. Так что пускаем сюда фаербол. Потом бомбера на... Вот, отлично. Да только не сдохнет, да не могу. Видишь, папа? Я нет. Я не вижу. А он здесь, вот. Спасибо за сбитые. Ну, хотя бы остались две коронки для королевского сундука. Сейчас давайте так же вот. Что за такой ник? Я такой впервые вижу. Напишите в комментариях, кто такой же видел когда-нибудь. Как здесь он ник какой-то? Домашний. Господи. Ёлка-мапка. Бедный. Бэйби Дрэгон. Блин, вот из-за того, что я первый левел, то из-за этого я и проигрываю. Потому что у меня прокачка хреновая. А карт нормального путем и нету. Кого ты ведьму пускать? Ведьма вот. Плохо. Блин, она еще и скелетиков не поднимает по часам вполне. Хотя по секундам, ну блин, ну их так много. Ну жесть. Держи тогда что-то. Блять. Мушкетыч. Задефайте лучниц кто-нибудь, а? Так. Слушайте, а мы сейчас продуем? Не хотите делать, пахнет сливом. Так понятно, что это слив. Блять, парень не дебил, он умеет играть. Блин, я бы его отлил. Блин, у меня такие слабые карты. Убейте фабрик. Слышь, слышь, полегче, полегче. Рыцарь. Так, надо вторую вышку добрать. Разве королевская фаза? Пока гигант доходит, мы... Блин! Если бы был фейербол первого, бы не добрал. Окей, еще одна клиничка. Что же, Амир, можешь поддержать меня, а? Если так сделать. Поделись мне. Я вот так же похоже не делаю. Ой-ой, ваша мать. Ёп, ваша налево. Короче, наш рыцарь продул. Сейчас гигу из-за бомбера. У-у-у, это очень плохо. А какой у него из эпиков есть, интересно? Ну, правда, первый, ой, второй левела тут на первой арене, они не умеют прицеливаться. Да, у него этот дракон. И, скорее всего, он принца купил сегодня в магазине. Хотя, я не знаю, они у всех по-разному или у всех одинаково. Мушкеточек в помощи дракона. Там еще рыцарь, короче, все подряд. Всякую дешевую фигню ставить надо и все. Всё, отлично, но королевский уже набит, в принципе, мне. Осталось только, может, еще на три коронки его снесем.
Можно, в принципе, его фурболами закидать, но это долго. Долго и мучительно. Дига сразу пойдет на здание, а дракон будет отдыхать его от других. Опускать мне пеку. 5 фурбол, все, это победа. Ух ты, золотой сундук. Так, золотишко побольше мне. Всего лишь. Ух ты, а может тут эпик есть? Это эпик. Нет. 13 стрел. Ну хотя бы не эпик открыли. Дайте место его лучниц. Ненавижу лучниц. Мне тоже не могут дать противника, который чтобы по левелу у меня такой же, как я. Интересно, если бы я открыл смс, какой бы у меня было сейчас эпиков. Я бы, наверное, все эпики, только прокачка бы фигура была. Точнее, наоборот. Эпиков мало, но прокачка офигенная. Блин, а у меня на скелетах нет, чтобы задохнуть, в принципе. Вот в чем проблема. Меня только не принял, блин. Не вижу принцип. Короче, вот я даже делать ничего не буду. Люди с принципами тупо нас убивают и чё. Ничего, ничего. Наше время тоже придет. Ой, да ладно, заткните сюда. Парень пытается добить стрелами, но бесполезно. Может, я ему еще одну вышечку сосу? Давай, давай. Отлично. Отлично, как я в детстве говорил. Отлично, все отменно. Даже если вот выиграл, мы можем... Вдруг я еще попаду на ТВ рояль? Блин. Хорошая игра. Интересно, сколько у меня не хватает кристалликов до принца 37. Перебьетесь. Ладно. Протяжение. Вот. Вступить в клан. Кристаллов. Ты нафиг никому не надо. Особо. Тут все тайные кланы. О, посмотреть повтор того рояля. Давайте вот этот смотрим. Так. У чувака есть валькирия, есть принц, он сразу выпускает, и есть гигаскелет. Значит, что он со второй арены. Но у него почему-то третий уровень. Сейчас, честно говоря, я не знаю, кто выигрывает. И не тот вроде, и не тот, но хотя бы... Гигант 3000 дал. И сейчас еще с этой стороны пойдет дамажить. Уже его противника, короче, есть и тоже валькирия, гигант, мушкеты, стрелы, бомбер и ведьма. О, кстати, у этого человека еще шар есть. Офигеть. Он не специально слился, чтобы троллить. Не удивлен, что он попал на этого района. В принципе, не пофиг на все. Просто ускорим видео. И все. Чем он гигаскелет не пускает?
Почему ты, парень, гигаскелета не пускаешь? Нафиг он принца послал. У него стрела есть. О, фейерболы. Он добивает им ни хрена. Он не умеет парить фейерболы. Он бы мог тупо добиться. И он добивает, короче, его шар добивает. Все, мы получаем... Сколько ты там кристаллов? 10, по-моему. Да? 5. Отлично. Так, коллекционер и добираться до второй арены. Ну, хотя бы еще разочек мы должны выиграть. Разочек. Разочек. Ставим гиганта как танка. Сзади... Нет, не сзади. Мини-пеку башню сама добьет мини-пеку. Хотя он тоже уловил. Короче, бомбер, короче, всех подряд. Моя тактика. Всех подряд. Не всегда, конечно, но... В большинстве случаев. Моя тактика ставить все подряд. Кто сильнее? Маленький дракон или же маленький дракон? Интересно. Готовим стрелы. Так себе. Она, в принципе, не даст, наверное. Нет, ты куда? Короче, друг друга измачкусили. Рыцарь. Финка пришла. Парень уже думал, что он все поиграл башню. Но мы ему только не теряли надежды, все еще много. Давайте тоже фаербольчик накрытим. На, красиво. Блин, ты сдобал реально, чего? Не так устал. Мы все друг друга замачкали. Ну и он пытается задать стрелами. Гиганта. Как бы это прикольно не звучало. Мы теряем вышку, он теряет больше половины хп от главной своей вышки. Пускаем мини-пеку, пока драконы разбираются, кто из них короче сильнее. Пускаем фаербол. Надо было еще перехватить с собой в зоне фаербола дракона. Ну ладно, это пофигу. А вот это уже совсем не пофигу. Вот это уже очень не пофигу. Надеюсь, там Гига добьет его. Гига, дамаж. И дальше уже фаербол не надо было добивать. Потому что там уже жопа. А шару тоже пытается добить. Но все, это победа. Отличная игра. Серебряный сундук. Итого 116 трофеев. 4 из которых я пройду. Блин, какой же это дорогой. Ладно, ребят, что ж, надеюсь, вам понравилось это видео. В следующем видео я покажу свою имбо-тактику против тренера на своем основном аккаунте, где 8-й левел, 7-я арена. Короче, увидите. Всем спасибо за просмотр. С вами был Джаз. Пока.